Добрый день. Привезла ребенка на дополнительное занятие после школы. Вот в таком доме культуры бывшем фортепиано у нее. Здесь очень много разных кружков. Стоит это не очень дорого в месяц. Сюда съезжаются все школьники или школьники города. Вот они уже так резво сами здесь все. Гардероб вот здесь такой. Здесь гардероб. Сейчас на третий этаж поднимемся на занятия. Пойдем быстро. Здесь и балетные студии, и рисование, и хор, и различные инструменты, в том числе народные, и все на свете. Концерты проводятся, репетиции, фестивали всякие. Достаточно круг большое здание, трех- или двухэтажное. Вот на каждом этаже какие-то кружки. Смотрите, как оформлено красиво. В осенней тематике уже все. Ну вот здесь кабинет фортепиано. Сейчас в зал пойдем посмотрим. Вот такой вот для выступлений. Да, вот такой красивый. Здесь в холле прямо камин есть. Ну, это бутафория уже, конечно, но, в общем, когда-то, наверное, была действующая. Все. Да, туда, да. Ничего, закрыто-то тут. Ну, тогда пойдем в коридоре ждать. Ну, вот нам сказали подождать немножко. Вон здесь такой балкончик со вторым этажем. А еще третий, значит, есть. Вот что там на третьем, я не знаю. Здесь стенд. Называется «Школа по интересам Канну Тимая» название. 40 лет этому зданию уже. 40 лет здесь детки занимаются. В таком зале идут и репетиции, проходят разные концерты, фестивали. Здесь и зрительских мест очень много, смотрите. Красиво. Люстра. Зданию 40 лет. Это рояль в чехле сейчас. Зачехленный. Ну, там и урок ждем своего. Там ребенок занимается сейчас. Далее я говорю тихо-тихо. Все равно акустика очень хорошая, очень слышно. Здесь старинные свечи. Вон прям там на стенках, смотрите. Ну, как они старинные, не очень-то и старинные, 40 лет. Да, а там вот наверху балкончики Кристина показывает. Я говорю буквально шепотом, и акустика все равно здесь очень слышна. Специально построен зал, так что... Нет, туда на балкончики нельзя, это бутафория. Это как будто балкончики, на самом деле выхода на них нет, я так понимаю. Да, нет, туда нельзя. Ярослава, ты не должна двигаться, ты должна двигать только пальчиками. Смотри, прятки, пальчики, играли, и головки убирали. Смотри, еще. Пришли мы в класс, и учительница по музыке любезно согласилась нам разрешить присутствовать, посмотреть, как Кристина будет заниматься. Только она... Вот смотрите, здесь даже относительно
Это еще один класс. Здесь играют, по-моему, барабаны, тарелки, маракасы, флейта. Вот здесь, смотрите, какая доска. Здесь ноты пишут. Здесь тоже часто занимаются дети. С разные награды, дипломы. Это, наверное, за все классы фортепиано. Музыкальные здесь и уроки музыки, и музыкальных занятий для детей поменьше, постарше, по совсем маленьких. Развивающие всякие музыкальные. Смотрите, как много. Вот тут уже всякие разные награды, медали, скрипичный ключ он стоит. Тоже, наверное, за участие. Кружок «Маленькая опера». Вот у них тоже какие-то здесь мероприятия. Вот так класс выглядит. Огромное помещение достаточно. Это доска, на ней ноты пишут, стирать можно. Учительницу ждем, ушла выставлять расписание, пока нету ее. За окном старый Таллин, старый город, мы в центре находимся сейчас. А вот здесь, за деревьями, огромный бассейн наш, он на реставрации сейчас. Вот он тут за окнами. 50-метровый бассейн. На реконструкцию закрыли. Здесь парк. Там фонтан даже есть. Это самый центр Таллина. Учительница пришла, началась занятие. Очень хороший день. Давай дадим маме телефон. Да? Поработаем. Раз. И соберем. Раз. И соберем. Пальчики выбрасываем. Молодец. Хорошо. Молодец. Умница. И еще. Вот так. Хорошо. А теперь сделаем такое упражнение. Смотри. Кристин, будет это у нас рука, наша кисточка. Повели кисточкой, раз, покрасили и собрали. Покрасили и собрали. Умница, вам молодец. Вот, вот как хорошо. Собрали. Хорошо. Так, ну давай мы с тобой вернемся сюда. Ой, сколько у нас песенок. Это вы все играли, да?